Так, танки грязи не боятся, ребята. Это еще один экстремальный экстрим. Сейчас я буду делать так же. Ай-яй-яй, перевернулись. А что надо делать, чтобы не перевернуться? Это по факту. Короче, как повезет. Чего она стоит? Ребенка уронила. Уронила, но сейчас возможно уйдет, а наши деньги платят. Ну, ей же никто не сказал об этом сразу. Как не сказал?